Весь мир пишет на татарском. 27 октября в 20 странах мира и в 60 регионах России прошел «Татарча-диктант». Образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке состоялась в Казани. Центральной площадкой написания диктанта стал Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Участие здесь приняли более 200 человек. Это школьники, студенты, взрослые и пожилые люди. Я уже участвовала, когда училась на первом курсе, и мне очень понравилось. Сам диктант тоже был несложным, но вот одна такая сложность была, конечно, с красными строками у меня. Думаю, что оценка будет положительной, надеюсь, на лучшее. Ну, конечно же, отличается то, как диктует филолог, и то, как диктует заслуженный артист. Заслуженный артист диктует так, благодаря своему голосу, наверное, более художественно и интересно. Текст диктовала заслуженная артистка Татарстана, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина. Я помню, когда училась в школе, мне всегда хотелось примерить на себя вот эту вот интересную ношу, как диктовать диктант. И сегодня, можно сказать, сбылась моя небольшая мечта детская. В Татарстане участники акции писали отрывок из произведения выдающегося татарского писателя Гаяза Исхаки «Осень». Проверять диктант будут преподаватели-филологи Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдулы Тукая КФУ. Результаты будут известны менее чем через месяц. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.